предыдущей серии. Ну точно, наверняка. Лейла, посмотри. У всех беспокойных детей есть нечто общее. Что? Судя по всему, они питаются в еде от фитиля более 3 раз в неделю. А некоторые ежедневно. Напишем статью. Подожди. Мы бросим вызов огромной компании. Но рассказывать правду – это наша работа. Мы справимся. Новости Дейдо. Еда от фитиля приводит в беспокойное состояние. Количество просмотров. Раскрыты тайны еды от фитиля. Мистер Холмс, как вы могли допустить подобную ситуацию? Добавим немного драматизма. Тоботер уже бежит и готов положить конец возгоранию. Итак, где начался пожар? В мастерской. Вперед, Тоботер! У тебя противопожарная броня, и огонь тебе не страшен. Уилсон! Тобот оказался в ловушке! Запроси подкрепление! Есть, сэр! Тоботер! Доктор Ло! Почему вы так шумите? Вы не видите, я пытаюсь поспать. А как же Эр? Где он? Ну, он сейчас не в себе. Проверка включена! Проверка! Проверка! Раз, два, три! Проверка! 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 Эй, меня кто-нибудь слышит? Да уж. Ого, что это с ним? Его нужно срочно доставить к папе. Пожары были гениальной идеей. Да? Я не просто смазливая мордашка. Не забывайте об этом. Вполне возможно, сэр. Но теперь необходимо свалить на кого-то вину за пожары. Расследование продолжится, и однажды полиция узнает всю правду. Да, кого будут бояться? Как он сфотографировал? И вы знаете такого героя? Конечно. Так не. Тобот. Но мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность. И враг суровый. У нас есть сила и есть ключи. И наших тоботов лишь нужно включить. Тоботы вперед! Тоботы вперед! У нас есть сила и есть ключи. И наших тоботов лишь нужно включить. Вперед! И поединки. Что произошло? Он же общался с нами после пожара и был здоров. Он просто в шоке. Даже героям нужно время на восстановление. Но сколько доктору Ноу придется лежать? Он нужен команде тоботов. Сейчас говорить еще рано. Какое-то время придется обойтись без него. Мы не можем. Не переживайте, он поправится, а мы пока продолжим работать. В мастерской? Будем защищать город. Верно, Дейда Сити рассчитывает на тоботов. Будет нелегко, но если мы поможем друг другу, то у нас все будет под контролем. Минутку, а как же Эр? Он единственный умеет тушить пожары. Не переживай, мы вместе справимся с любыми трудностями. А может, запасной пилот? Не уверен. Пилот должен обладать быстрой реакцией. Вы знакомы с таким человеком? Кори! Ты вообще когда-нибудь думаешь, прежде чем говорить? К твоему сведению, у меня есть идеальная кандидатура. Ты кого-то предлагаешь? Кого? Боже. Хуже нет, чем работать в теплице. Почему тут так жарко? Был бы у нас бассейн. Кори, странно. Мы уже давно не разговаривали. Привет, Кори. Как дела?
Давно не виделись. Да, у меня все хорошо. А у тебя? Не он. Заканчивай и приступай к прополке. Быстро. Пап, хватит. Я по телефону разговариваю. А ну не ленись. И сколько раз тебе повторять? Надевай подходящую одежду. Ты в этой куртке спаришься. Ну хорошо, хорошо, я понял. Могу я спокойно поболтать по телефону? Извини, о чем ты говорил? Что? Я должен заменить его? Кроме пилотов-тоботов, никто не знает, как она выглядит. Нужно лишь найти похожий голос. Давайте так. Устроим пробы, чтобы найти новую Агни. Выберем ту, которая лучше всех сымитирует ее голос. План идеальный. Отличная идея, сэр. Да выслушай меня. Я же не навсегда уезжаю. Сынок, надеюсь, ты не пытаешься отлынивать от работы. Пап, ты что, совсем мне не доверяешь? Я не уеду, если ты будешь против. Прошу тебя, это ради благого дела. Большинство родителей гордились бы сыном-пилотом. Говорили бы, мы воспитатели героя. Прекрати! А ну-ка, посмотри мне в глаза. Я горжусь тобой. Просто не хочу, чтобы ты попал в неприятности. Ну хорошо. Езжай, попробуй. Но прежде закончу работу. Да ладно, пап. Мне же еще вещи собирать. Торговля шариками – скучнейшая работа на свете. Есть хочу. Я не ел уже часа два. Даже шарики кажутся вкусными. А? Вам помочь? А, здрасте. Что вам угодно? Купите шарик. Нет, спасибо. Я хочу попросить вас об одолжении. Не он еще не звонил? Я не знаю, отпустит ли его папа. Может, все из-за того, что он уже сбегал из дома? Ох, мы теряем драгоценное время. Есть идея. Я позвоню и попытаюсь уговорить отца Неона. Это, наверное, Эшер. Поиграем в футбол. Ты серьезно? Как можно сейчас думать о футболе? Ну ладно, откажу ему. Извини, Эшер, я не... Я приехал и готов к службе. Это не он! Он приехал? Здорово! Класс! От тебя пахнет фермой! Итак, начнем наш конкурс, посвященный поиску новой Акни. За каждой дверью участница, и у каждой голос, как у Акни. Выясним, чей голос окажется самым похожим. Участница номер один. Приготовьтесь, у вас есть шанс удивить нас. Произнесите ваши слова. Франклин, не думай, что я такая же, как ты! Ух ты, неплохо. Довольно похоже. Голос как у нее! Большое спасибо, участница номер один. А теперь перейдем к следующему голосу, участницу номер два. Пора играть, жребий брошен. Пора играть, жребий брошен. Нет, спасибо. Увы, результат не из лучших. Участница номер три. Мы ждем вас. Я Акни. Эмоции вечно будут мешать. Триран, то есть тиран. Что это было? Фу! Нет, 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 нет! Любопытное выступление. Похоже, с нас хватит. А мы переходим к последней участнице. Прошу вас. Ну же, рискните. У вас нет ни единого шанса. Байкерботы, я плачу вам не за безделье. Это она. У меня мурашки по коже. Прекрасно. Именно этот голос мне и нужен. Идеально. Итак, вы готовы? Пора выяснить, как же выглядит та, чей голос так похож на Акни, дамы и господа. Вы узнаете это сразу после рекламы. Что? Вы издеваетесь? Это не настоящее шоу! Откройте дверь! Ну же, быстро! Хорошо. А вот и победительница. Thank you.
Какое облегчение? Доктору Но значительно лучше, а мы закончили ремонт. Да, я тоже очень рад. Я тут подумал, стоит ли доверять Неону Тобота Р. Он безрассудный. Да, был таким, но теперь изменился. Знаешь что? Я в детстве мечтал стать пожарным. Трудно объяснить. О, отличная мысль. Вот и поможешь Неону разобраться с оборудованием. Ну да, я это и имел в виду. Я могу помочь Неону. Отлично, вот и разобрались. Минутку, я тебя перебил, извини. Да нет, ничего. И вы мне его доверите? Именно. Мы считаем, что ты идеальный кандидат. Поздравляем, Неон! Ну ладно, большое спасибо. Да, прочти их. Ух ты, придется учиться? Пилотами сразу не становятся. Мне придется все это запомнить? Да, согласен. Конечно, ерунда, без проблем. Я знаю, задача сложная, но ты справишься, верно? Да. Слышали? Говорят, что пожар на фабрике все меньше похож на несчастный случай. Выяснили, кто поджигатель? Пока еще нет. Нет, не может быть. Отлично, ты справишься. Да, вот так, еще раз. Срочная новость. Эр вот-вот станет самым сильным роботом на свете. Попробую догадаться. Ты попросил их заняться этим, чтобы они подружились? Да. Видишь ли, ядру, которое изначально было связано с доктором Но, придется завязать отношения с Неоном. Подожди, но ведь базовых команд вполне достаточно. Верно, для простых заданий. Однако для более сложных задач между пилотом и тоботом должна быть особая связь. Неон, кажется, прекрасно справляется. Франклин, а? Ты должен это увидеть. Акни вернулась. Здравствуй, Дайда-Сити. Это Акни. Давненько не виделись, верно? Если вы думали, что я исчезла навсегда, то мне жаль вас разочаровывать. Приготовьтесь к громкому возвращению. Вам наверняка интересно, как я смогла прорваться в эфир. Что ж, как вам известно, настоящая злодейка никогда не раскрывает свои секреты. А теперь у меня для вас еще один сюрприз. Я приглашаю тоботов на танцы в эту субботу на городской площади. Никакой пощады для проигравшего. Приготовьте свои лучшие приемы. Тоботы X, Y, Z и, конечно же, дубль V. Настало время доказать, что вы самые лучшие, если, конечно, осмелитесь. Что? На танцы? Мистер Холмс, вы уверены, что план удастся? Не беспокойтесь. Гипноз – проверенная наука. Все будет идеально. Надеюсь, вы правы. Поверить не могу, что Акни вернулась. Я так и знал! Она обладает волшебной силой! И, кстати, ее ведь так и не нашли. Это правда. И все же, на самом деле она стоит за всем этим? Возможно. Странно, да? И почему она приглашает на танцы? Наверное, любит выставлять себя на посмешище. Минутку. А вдруг это ловушка? Подумайте, это совсем не похоже на Акни. Да, наверное. Но папа сказал, что голос совпадает, и интонации те же. Так что, мы принимаем вызов? Да! Нельзя же игнорировать злодея. Нужно принять. Угу, согласен. Да, я тоже. Как будем готовиться? Она не бросила вызов ни Тоботу Р, ни Тоботу Д. Очень жаль. Впрочем, Эр еще не до конца восстановился. Будьте начеку. Вдруг она выкинет номер. Думаешь? Ты что, испугался? Просто я ей не доверяю. Не переживай, мы победим. За нами будут наблюдать все. Фу. А, ты зачем плюешься? Фу, микробы кори. Слюна добавляет блеска. Я где-то читал. Тебя покажут по телеку, и ты должен выглядеть шикарно. Дилан, возьмешь воск? Нет, спасибо. Ребята, это не перебор? Нет, конечно. Важно выглядеть идеально. Это наше преимущество перед Акни. Да и фанаты ждут. Тьфу. А, хватит! Знаешь, все остальные как могут прихорашиваются перед битвой, а ты нет. Почему? Мне кажется, о красоте сейчас думать не стоит. Что-то здесь не так. Акни вернулась? О, точно.
Вовсе не обязательно, но голос совпадает на 90%. Может, он изменен на компьютере. Что ты хочешь сказать? Думаешь, это кто-то другой? Не уверен наверняка, но ясно одно. По какой-то причине злодей решил устроить представление. Думаешь, это как-то связано с другими загадками, которые мы пытаемся разгадать? Да, уверен. Ну, хорошо. Выбора нет. Пора воспользоваться нашим козырем. Пора. Свежие новости. Акни вернулась и вызывает тоботов на танцевальный поединок. Как видите, здесь собралась огромная толпа. Хотя тоботы в большинстве случаев побеждали известную злодейку, никто не знает, что на этот раз задумала Акни. Ух ты! Тобот Игрик такой красивый! С ума сойти! Улыбочку! Он ведет себя странно. Какая разница? Люди его обожают! Да так, мухи. Хватит позировать на камеры. Ты это мне, а? Это Акни. Но где она? Стойте, кто это? Кто же это? Не знаю. Видите? Что происходит? Пора танцевать? Что? А где музыка? Какой позор! Они подумают, что я так танцую! В чем дело? Что со мной происходит? Осторожно, я себя не контролирую. Вот что я вижу. А я подготовил эффективные па, но теперь их никто не увидит. Какая жестокость! Что это с ними? Что с ними? Это что, шутка? Ну-ка посерьезней. Сработало. Прекрасно. Что ж, мистер Холмс, у вас есть новости? Да, сэр, рад сообщить, что эксперимент протекает так, как мы и рассчитывали. Видите ли, наша мелодия и впрямь эффективно управляет детьми. Отлично. Это все из-за мух-шпионов. Акни повела себя нечестно, поступив таким образом. Боже ты мой, она выставила тоботов на посмешище! Это же не конец света. Отец говорит, после дождя растения растут еще лучше. Это все ерунда. Выше нос. Хотите, я вам что-нибудь приготовлю? Нет, не стоит. У меня пропал аппетит. Беру свои слова назад. Ух ты, а что за соус ты использовал? Ешьте, это секрет повара. Отлично. Ешьте и не переживайте из-за того, что уже случилось, ладно? Кому добавки? Мне! А? Мэри, проснись, ты спишь. Что происходит? Почему все спят? А ну-ка, просыпайтесь. Это уже не смешно. С одноклассниками что-то не то. Они постоянно дремлют на уроках. Словно ужасно измотаны. Думаешь, это как-то связано с дерганием ногой? А? Это кто, Гаррет? Ага. Он что, бродит во сне? Я должна выяснить, что происходит. Привет! Заполнишь анкету? Ты видишь? Есть секунда? Спасибо! Мы опросили каждого лунатика. Все они питаются в ресторанах Фитиля. Так и знала. Да, все еще серьезнее, чем я думала. Напишем об этом. Новые проблемы с едой от Фитиля. В следующей серии. Процесс стыковки проверен. Узлы трансформации проверены. Все ядра общаются идеально. Отлично.
Это успех. Получилось! X, Y и Z не единственные, кто умеют интегрироваться. Потрясающе! Кватран отличается от Тритана. Ты о чем? Кватран состоит из 4 роботов, поэтому ему требуется упрощенная система. Он не может принимать приказы от всех пилотов, как Тритан. Управлять им может только один человек. О, значит, вам нужен лидер команды. А кто же им станет, пап? Надо подумать. Не знаю, желающие есть? Скажите, как там Неон? Справляется с ролью пилота R? И даже слишком хорошо. Боюсь, что у вас появится конкурент. Да что ты? Рад слышать. Что? Агни? Дорогие тоботы, вы готовы к битве? Встретимся в пятницу у главного здания. Ну же, признайте, в этом городе так легко управлять заголовками. Ну что, повеселимся? Холмс, приведите нашу новую звезду.